А где вода вот у вас? Откуда берете воду? Юрий Григорьевич осваивается с новеньким генератором. Его хватает на свет, работу холодильника. Чтобы качать воду из скважины, уже нет. И уж тем более на работу кондиционеров. Те, у кого нет альтернативного источника электричества, вынуждены выбрасывать продукты и зажигать свечи. По словам местных жителей, похожая картина более чем в 40 домах на нескольких улицах. Крюкова, Веселовского, Корчевского, Боброва. Андрей Шалаев купил здесь землю и построил дом около 4 лет назад. Когда-то здесь было садово-огородное товарищество. Назначение земли изменили, и со временем сформировались сельские жилые кварталы. В 2014 году эту трансформаторную подстанцию взял, можно сказать, на баланс от бывшего председателя один из жителей, Сергей Приходько. В распоряжении электросетевой компании есть копия договора дарения. Как говорит он сам, потому что начал строительство и нужна была электроэнергия. Потом приехали соседи, и он также по-соседски продолжил собирать деньги и платить поставщикам. Весной текущего года энергетики провели сверку и выявили долг более чем на 600 тысяч рублей. А в этот понедельник свет выключили на день, а уже во вторник подстанцию обесточили. Нас никто не предупредил, что его отключат. Он не сказал. Кубанинерго не пошло, там объявление не развешало, что задолженность имеется. Мы бы когда раньше начали этот вопрос поднимать, но нас же никто не предупредил, нас просто перед фактом поставили. Раз, отключили на день, потом на ночь включили, а утром приехали и полностью все отрубили. На момент проведения съемки Сергей Приходько находился в Новороссийске. Он договаривался с энергетиками о реструктуризации долга. По его словам, все дело в нескольких неплательщиках. Вот один человек, вот, допустим, он 6 лет не платит, у него счетчик не работает. Мы стали с ним по-человечески поговорить, там, чтобы и отключали его. Писали на меня, они, значит, жалобы о том, что я отключаю электроэнергию. Это угроза жизни ребенка. Там бабушка была старенькая, меня вызывали, значит, и полицию. Потом, когда мы приезжали туда с представителями энергосетей, с полицейским представителем приехали туда. То есть там ведут неадекватно. Нас вот приезжали, мы первый раз приехали, ну не первый раз, а вот уже не первый раз приезжали с представителями энергосетей. Она пыталась нас травить собаками, звонили полицейскому. Полицейский говорит, ну ваша собака не покусала. В анапском участке компании «Кубанинэнергосбыт» уверены, что ситуация почти такая же, что до определенного времени складывалось в ряде садово-огородных товариществ. Главная проблема – отсутствие должного учета потребления внутри частной сети. Соседский принцип сегодня малоэффективен. Я думаю, что все-таки нужно этим жильцам этих кварталов избрать какого-то серьезного председателя, который будет плотно заниматься этим вопросом, чтобы у него был помощник бухгалтера, чтобы ежемесячно снимать у этих 40 домов показания, вести расчеты, чтобы в полном объеме производились ежемесячно оплаты. Тогда не будет этой беды. А если так это спустя рукава все будет происходить, конечно, там порядка никогда не будет. Он как снежный ком будет накапливаться. Тем временем Сергей Приходько сдал все необходимые документы в новороссийский филиал «Кубанинэнергосбыта», представил план реструктуризации. Решение по данному вопросу должно быть принято в начале следующей недели. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.